Москву, Илья. Ратор, Ко Артем. Иван Тайм, всем доброго. Так, всем добрый вечер, ребятки. Добро пожаловать на трансляцию. Так, вчера у меня трансляция сорвалась, потому что у меня были срочные дела. Но это, в принципе, нормально. Надеюсь, она меня не в обиде. Как говорится, вчера не собрались, собрались сегодня, все нормально. Так, как ваши дела? Значит, сегодня у нас тут еще CoderPlay с самого начала писал. Еще днем. Илья, Артем, Никита, Шурик. Шалом, братья. Еще Никита. Здорово, ребята. Как вы? Как ваши дела? Все норм. Иван Тайм. Нормально потихоньку. Это хорошо. Радует, что у вас все нормально. Так, да. Как вы тут без меня два дня? А, да, ты писал, Артем, я видел, да. Удачи тебе с демкой. Надеюсь, все хорошо будет. Надеюсь, ты хорошо подготовился. Пишу. Что самое главное. Нью-Йорк. Собираюсь поднять S со стула и пойти колбасы полутать. Все. Приятного тебе лутания. Завтра удачного лутания. Я надеюсь, Артем, что ты хорошо подготовился. И к недем, то есть и к демо, и к недемо. Так что вот. Все, как говорится, в данном случае в твоих руках. Да там изи. Понял. Так, чат у нас на экране, да, отлично. Я сегодня не пошел меня в школу на подготовку, в итоге я пропустил два урока. Жестко. Ток. Жестко, жестко. Но подготовка нужна. Ой, это не Fallout. Мы же не в Fallout сегодня играем, да? 76-й. А, и не в 4-й Fallout, ладно, я вас понял. Так, погнали. Хардтрак Апокалипсис. Ратор, я, короче, решил отказаться от матов, пока первое время стараюсь не материться. Как дальше будет, не знаю. Молодец. Это правильно, Илья, на самом деле. Это то, о чем я с Никитой говорил, с тем, который Никита Топчик. Вот. Ратор, как дела? Да, слава богу. Надеюсь, у вас, ребят, тоже все хорошо. Не, надо. Кстати, ребята, я вам не рассказывал, должен был вчера рассказать. Я вчера досмотрел последние серии Fallout.
прям 4 серии. Я не думал, что мне так зайдет. Я последние 4 серии досмотрел. Ратор, прям. У меня хорошо. Это радует. Прям на одном дыхании досмотрел. Так что могу сказать, что сериал неплохой, прям очень неплохой. И шикарный задел на второй сезон. Я слышал, что его еще до выпуска первой серии, ну то есть до выпуска серии, его уже продлили на второй сезон. Так что я буду ждать с нетерпением. Ссылка на новый обзор от Венечанина. То есть сериал оказался очень хорошим. То есть, я думаю, зайдет и тем, кто не знаком с лором Fallout, и даже тем, Илья, кто продолжу знаком. Песню. Ей, игрок, приходи в казино поиграть, ты своим не поверишь глазам, ждет тебя в седьмую Эпичента в каскад. Ну да что ж, проходите в вип-зал, ну я. Девичента в каскал. Каскад. Дефичента в каскад, если еще точнее быть. Ну да, песня хорошая, кстати. Так, нам нужно вернуться в хижину отца, то есть, по сути, так, с чего мы начинали. А, ну почти с того, что мы начинали. Мы на прошлом стриме тоже тем же самым занимались, что мы катались по локациям. Понял. Ратор. Тут то же самое. Ё-моё. Ну ё-моё этого казино. Ратор. Ну ё-моё этого казино, как говорится. Ну почти. Ну да. Блин, видео шикарное просто с этим мужиком. Я когда-то на ранних видео, где я ящики открывал в War Thunder, я всегда этого мужика добавлял. Его вот эту вот вставку гениальную, что нехороший рот этого казино. Вот. Угарная. Да. Да, эту песню я тоже знаю, шикарная песенка. Мое отношение к ящикам War Thunder прям идеально описывает. Но с другой стороны, это же контент. И кто-то все-таки смотрит, хотя опять же тоже и просмотры и ящиков просели очень хорошо. Но это такое. То есть до тех пор, пока смотрят, до тех пор я буду пилить. Долгих лет. Я сидел в унте на РП, там в казике сидел, я проиграл 25 копеек, и по нон-РП врубил его возмущение. Ага. Понимаю. Блин, думал, что это лут, это взрывные бочки. В итоге мне запретили в казино подходить на 25 метров. Ну, само собой. Из-за того, что я потом достал лимонки и начал их раскидывать. Какой кошмар. Это в игре, разумеется, не в реальной жизни. Если что, YouTube. Никтбот. Название конвоя Бух АЕ4АХ. Пароль 15 042 024. Конвой. Да? Конвой, блин. В РП, РП. РП? Никтбот, удиви меня, если сможешь. Так, стоямба. Ага, поехали. Лёша, я с тобой в багажнике буду. А, вот тут всё. Так, а что у меня? Где у меня игра? А у меня экрана нету. Никтбот, на канал не подписался, с пипиркой в 2 сантиметра остался. А что ж ты будешь делать? Игра глюкнула. Меня закини все. Ох уж эти старые игры.
Никтбот, на канал не подписался, без дискретки в компьютере остался. Ага. Крич, я же админ на лир, типа РП, но не очень серьезного. Угу. И вот меня же как одного из админов на второй серф кинут. А это очень плохо, что тебя на второй серф кинут. Это металлические запилы, я понимаю. Которые уже сделали итог, уже ждут, когда все будет бомба и там же допа. Мне кажется, еще пару таких вот... Я ее смогу пивас продавать. Еще пару таких поездочек, я, наверное, по этой... уже могу по этой карте, в принципе, не ориентироваться. Ну, без нее имеется в виду. Могу ориентироваться. Да, пропустил этот момент, что нам нужно было на въезде в локацию сохраниться. Богдан Крафт, привет. Здорово, Богдан, как ты? Никтбот. Здравствуй, дружище Богдан Крафт. Добро пожаловать на трансляцию. Богдан Крафт. Завтра полевиз Борихеза, как правильнее на русском написать, так что вот на украинском. Полевые сборы, скорее всего. Долгих лет. До этого я был и наемником, глава милиции, ОМОНа, военных, у бандосов заместитель пахана, продавец оружия и владелец бизнеса. Богатая у тебя биография игровая. Фермер-автомеханик, делал мини-бар и даже казино. Жестко. Никтбот, я же говорю, богатая друзья, биография. Не забываем о других соцсетях стримлера. Все ссылки в описании к этому видео. Так, тут надо сразу сохраниться. Богдан Крафт, а так ничего особого. Понял тебя. Кстати, что я заметил сегодня, я днем заходил в игру. Ну, вспоминал, на чем мы закончили. И тут я нашел отношения с фракциями, увидел, что у нас со всеми фракциями мирные отношения. То есть у нас же были фракции, которые против нас воевали. И получается, со всеми мир. Да, а потом вернулись создатели, всех сняли, кинули навсегда и отключили серв. А мы 3 месяца поддерживали сервер их, и даже был какой-никакой онлайн. До этого я топ заходил, когда создатели были. Жестко. Вот, и я заметил, что... у нас со всеми фракциями вдруг стали мирные отношения. Я подозреваю, что когда мы что-то сделаем, скорее всего, у нас, ну, точнее, дальше продвинемся по сюжету, ведь у нас все фракции вдруг станут резко враждебными. Или это, как бы, на время там мирные, и только часть станет враждебными. Посмотрим. Будем посмотреть, как говорится. Спасибо, Булл.
Ой, блин. Я себе хп снял. Подстольник. До этого был онлайн без создателя и его друга 1-3, а когда я начал набирать кураторскую группу, я выбирал адекватных и тех, кто хочет помочь проекту, и из 1-3 игроков поднялось до 6-10. Неплохо. Объединение-то поехал. Понятно. Потом сразу поворачиваем налево. Потом еще раз налево. Блин, пока я это сделал, уже мы уже проехали мимо этих ребят. Я был на приеме игроков, а остальные делали РП, обустраивали дом и т.д. А я на начале выдавал одежду, паспорт, т.д. Создатель ленивый тюлень не добавил мод на документы и пришлось импровизировать. Жестко. Можно говорить не как ты сказал, типа админ или кто там, куратор тюлень. А говорит, что он замечательный человек, знаете, в стиле доктора Ливси из «Острова сокровищ». Давал им листочки ванильные и потом спрашивал за термины и их выбор, куда идти, в ОПГ или в госслужбы. Понятно. Так, тут нужно заехать, починиться и избагрить хабар. Тут оружие ужасное, разве что только усилители, кстати. О, скорострельность энергетического оружия можно вкачать. Наверное, мы так и сделаем. Угу. Так мы и сделаем. Отлично. В итоге чутка пересилили ОПГ, чем боссы, но мы там чутка им люлей дали, по заилку вставили и все, кайф. Ой, блин. Я даже чебуречка нашел прикольного, который ни туда и ни сюда не хотел, а спросил за пароли, которые я даже не предлагал. Так как до этого все их просто, так сказать, скипали. А, понятно.
Так, нам нужно на север. Он был первым продавцом Низ Кур группы, он прямо хорошо отстроил бизнес. Потом на запад нам нужно ехать. А, я помню, мы эти болота проедем. Кстати, мы даже валюту сделали. Ого. Мне плохо. То есть прям настоящие РП. Это радует. То РП прям как РП, а не как непонятно что. Хотя я в РП не разбираюсь, я в них не играл. Но примерно представляю, как оно должно быть, чтобы было интересно. Нет. Вот тут как раз нужен поворот. Да, и даже этот город, видите, он был к нам враждебный после кое-каких событий, которые были у нас на позапрошлом, если не ошибаюсь, стриме. Но теперь все нормально. Ничего, качаем, то мы тебя с ратором утащим далеко в эти леса. Не, если я буду играть какой-то РП, то, скорее всего, оно будет или Гаррис Мод, если я себе куплю когда-то его. Или, наверное, какой-то GTA. Скорее всего, GTA 5. Ну, а может быть и San Andreas. Вот. Где не светит солнце, и зайцы пятки обгрызают. То есть, спасибо за предложение, но, скорее всего, это будет GTA Нет, RP. Бот, удиви меня, если сможешь. Или Гаррис Мод RP. Я где-то видел шикарное РП в Fallout, ну, то есть на, в этом Гаррис моде. Там отыгрывали этот Fallout New Vegas. Там реально и Легион был, и НКР. Там очень интересно сделано. Кстати, насчет Fallout New Vegas, хотя я не буду ничего говорить, потому что спойлеры, спойлеры, я обещал сериал не спойлерить. Обязательно посмотрите первый сезон. Он как бы пока что первый сезон только и вышел. Так что обязательно посмотрите. Я надеюсь, вам понравится. Потому что мне очень понравилось. О, охотник. Только мы не можем его себе поставить, к сожалению. У меня перезарядка 8 секунд. За это время можно уже раз 10 умереть. В этой игре. Так что, ладно. Продам. В ближайшем городе. Не, есть печеньку. Смотри, тут апельсиновая начинка. Ну как хотите, я мог бы даже дать свою анкету. А еще РП есть во всех песочницах с онлайн-серверами. Ну, посмотрим, Артем, посмотрим. Я опять же, пока ничего не обещаю. А, нам нужно в Минин ехать. Это недалеко, кстати. Точно. Тоже дом отчима был, это дом отца. А отец он ближе живет. Мне так и не дали на Хаммере поездить. Ну, собаки, а. То есть на грузовиках в этой игре можно поездить, а на хаммерах ни хрена. Может, во второй части можно будет уже на этих, на легковых машинках кататься. Ну, имеется в виду легковые, ну да, вы поняли. Хаммер-то тоже легковая машина. А, я понял, что не туда поехал, да? Ну, глянем, может. Если надо, я по горам то разберусь. Та, что могу из минусов выделить нашего сервера, то, что военные очень страдали от того, что наш хороший дяденька создатель убрал все прицельные устройства на боевой технике, и мы на пристрелке. А, понятно. То есть прицел... по 6 патрон тратили. Прицелов нет, я понял. Грустно. А, это же здесь батя жил, на этой, на старой военной базе. Здесь произошло. Стенные панели сняты. За ними был тайник, но он открыт.
там пусто. Кто-то здесь хорошо поработал. Так, если у меня работа... О, 43 тысяч, неплохо, я согласен. Механик Бутс. Он это для оружия делал, да прикольно, типа нет этого прицела, надо прямо целить, но нафига убирать на такой технике, как Град. Стрела, 80, Амбрамс. И Т, Д? Что случилось? Кто-то ограбил дом отца. Я так и знал, что что-то случилось. Какой-то странный и подозрительный человек крутился здесь недавно. Думаю, это был он. Я видел, как он поехал в сторону бандитской базы. Спасибо за наводку. Это же или ПВО, или арта, не имел в виду танки. Ну, Ник понятно. Бот на канал не подписался, с пипиркой в 2 сантиметра остался. Никтбот, друзья, не забываем о других соцсетях стримлера. Все ссылки в описании к этому видео. Ну, Граду вроде как не нужен прицел. Ну, то есть у Града нет прицела, там идет это целеуказание. Точно так же, как и у артиллерии. Но стрела, да, стрела у нас ПВО, но она тоже как бы наводится, как бы там по лучу или как там. Вот, а Т-80 и Абрамс, да, прицел точно должен быть. То есть это как-то странно. Никтбот, правила канала в описании. Так, перед тем, как мы найдем вора, поехали выполним доставку. Город Забытое. А, это аж сюда, ни хрена себе. Ста набрали в лидеров тогда из администрации Т. Чтобы следили за своими. Угу. Правильно. Я забыл починиться и заправиться, ну ладно. Никтбот, лайк плюс подписка равно большая писка. Угу. О, можно на заправке это сделать. Заправиться и починиться. Ой, дальше нужно ехать прямо-прямо до этого перекрестка, а потом уже нас поворачивать на Забытое. А то один раз я, будучи главой, отошел по делам, и военные под моим руководством взяли, вырядили нафиг мафию, которой я дал один ркшк с 3 ракетами, и они же даже не светили, это мои тупо проверку устроили. Хотя без приказа они сидят на базе и ждут. Жестко. Да. Астана это по казахски. Ну, это по советски. А я тогда как куратор помогал. То есть в этом, Артём, у тебя есть опыт. Это хорошо, это радует. И осталось еще хорошенько выучиться, много книжек хороших почитать, и будет вообще шикарно. У меня в отсутствие Лёши, я вместо Лёши. Ну, хотя такой я и сам Лёша. Но имею. Ну да.
Так, у меня тут вопрос, как туда попасть. Хотя, наверное, нам нужно будет вот сюда, а потом вниз по дороге на базу 51. Я подозреваю, что диск украл батя. Который не захотел, чтобы сын нашел своего отца. Думаю, все равно отца найдем. Но я уже знаю, что я сдам, и даже преподаватели говорят, что я сдам не на отлично, но на удовлетворительную оценку точно. Не, удовлетворительно это нас тоже не устраивает. Должно быть минимум хорошо, Артем. То есть всегда, всегда, ребята, перед собой ставьте, по крайней мере, ну хотя бы в обучении, там, в работах, наивысшие цели. Это очень важно. То есть старайтесь как бы из себя выжать максимум. Ну, разумеется, не в ущерб своему здоровью и всякому такому. Но старайтесь делать как можно больше, ребят. Есть такие люди, которые трудятся, очень хорошо стараются, но таких не очень много, на самом деле. Вы старайтесь быть именно в этом числе. Только тут нельзя на круиз-контроль поставить, мне нужно. На 4 точно вытяну. Ну, это хорошо. Это не уже не, это не удовлетворительная оценка, это уже хорошая оценка. Ты интересные слова. Я, мама, это все знаю прекрасно. Про жертву аборта. Так, что у нас за мост? Я не понял. Ага, 250, бери. Там мы писали про побиологию в 7 классе, и уже в 8 в марте пришли результаты. И как? Как результаты, Артем? Они год с чем-то проверяли. Ну, главное, что... Главное, что проверили. Зона 51, это же штат Невада, ребятки, это Америка. До 4 не дотянул, хотя тогда была ботаника, а я ее не очень. Понятно. Я тоже в школе ботанику не сильно любил. Ой, я нечаянно, простите. Ну, пару баллов. Простите, уважаемый. А, он сам туда заедет, я понял. Так, база 51. Бандит Ричард. А кто такой? Я тебя не знаю. Сударь, вы оскорбили мою честь моей семьи. Вы украли мою фамильную драгоценность. Я имею неудовольствие говорить с вами и прошу вернуть эту вещь, которая вам не принадлежит. Чего? Не понимаю. Я возмущен, я сейчас буду вас убивать. Сначала догони. Сударь, вы труп. Понятно, сейчас будет погоня, мои любимые. Не совсем любимые. Где этот чушпан? А, вон он. Враг повержен. Враг повержен. Диск у меня. Пора ехать к Аракулу. Все, что-то это слишком быстро. Что-то он не сопротивлялся. Так, ну я зайду в город, все-таки подчинюсь, я все-таки нормально так себе хп снял этим тараном. Но тем не менее.
Так, берите металлолом, берите шмель, берите спектр. Инспектор. Тут можно поставить себе... Ой, я не то сделал. Блин, я нечаянно эту штуку купил. Мне нахрен не нужна. Поставить себе дополнительный бензобак. Топливный бак, знаете, как в этих ваших вартандерах на самолеты можно вешать. Так, все, теперь возвращаемся. Вы допустили потери дорогостоящего оборудования. Эта потеря будет вычтена из вашего жалования, и вы будете работать за бесплатно 510 лет, ведь столько вам понадобится времени, чтобы отработать эту. Это отсылка ко второму Fallout. Это отсылка ко второму Fallout, если не ошибаюсь. Там, да, там было про дорогую броню. Я забыл, какая там броня была, потому что я во второй Fallout не играл. Я очень хочу в них поиграть, то есть и в первый, и во второй. Только они не шутеры, они эти... Да? Изометрические RPG, но я очень хочу в них поиграть. Ну, эти Fallout, которые трехмерные, они тоже RPG, просто... А так очень хочу в них поиграть, потому что это самые такие, самые трушные Fallout'ы. Так, теперь бандиты на меня опять начали нападать. Хорошо. Нью-Йорк. Комплект силовой боевой брони номер 2. Вроде как. Наверное, да. Вполне возможно. Вот там прям РПГ, ребята, во все поля. То есть там опять же эти самые приколы с прохождением с интеллектом 1, какие там появляются незабываемые диалоги. Типа «О, птичка!» Что-то типа того. Здесь пробитие. О, вижу лут. Ну, кстати, в сериале много отсылок и, ну, на разные части Fallout'ов. Ну, по понятной причине, потому что сериал... Не люблю РП, где, чтобы купить что-то, как, например, оружие, тебе ничего не надо делать. Типа, пришел, купил, ушел. Понятно. Короче, ну, потому что сериал, он как в этой же... Как минимум можно добавить, чтобы была лицензия. Сериал в этой самой вселенной Fallout... Да, хорошая идея, Артем. Сериал, как бы, в этой же системе... Короче, в этой же вселенной. Так что... Нью-Йорк. Сериал отдельно или как он? Сериал... как тебе сказать, Никита? Нью-Йорк. Канон. Ну, почти канон, скажем так. То есть процентов, я бы сказал, на 90. Там были очень... Есть очень интересные несостыковки, на самом деле. Ну как интересные, ужасные. Но опять же, я же говорил, что я не буду спойлерить. Кто посмотрит, может потом... Какое убежище? 33-е. Так, а после того, как мы развалили челика, что дальше? Куда мы дальше едем? А, доставить второй диск Оракулу, все, едем. А, так это нам на север надо ехать, да? Вот, дорога на Хель. Никбот, плохо удиви дело. Меня, если сможешь. Вот. Убежище 33. Этот комбинезон этого убежища раздавали Fallout 76 два раза. То есть сначала его раздавали где-то с месяц назад, или когда там трейлер вышел, или два месяца.
А потом и вот сейчас его раздают. И уже не раздают. Нью-Йорк. Всего 4 серии. А, нет, 8 серий, Никита. В первом сезоне 8 серий, и они все уже, они сразу все вышли. И сразу же появились все в Тайм-магазинах, ну, в Тайм-магазинах. Ну, на американских, потому что на этих вот других стран Тайм-магазинах там не появлялись по мере того, как выходила локализация. Там единственная озвучка есть от Virus Project, по крайней мере, в начале была, и она, кстати, очень качественная. То есть ребята очень быстро озвучили и очень качественно, на самом деле. И чувствуется, что ребята знакомы с лором Fallout. То есть не было там всяких непонятных переводов, то есть все четко и ясно. То есть фанат Fallout поймет, о чем говорится. Гляну на досуге, может, и в Fallout поиграю. Ну, смотри. Потому что сериал неплохой получился. То есть, наверное, это в основном заслуга сценариста, потому что, как оказалось, я читал, что сценарист играл во все игры серии Fallout, во все. Ну, если бы он не играл бы в игры Тодда Говарда, ну, Bethesda, то есть 3, 4, 76 было бы еще лучше, как бы. Но ладно, Ярослав Журавлев. Так уж и быть. Опа, привет. Здорово, Ярослав, как ты? Добро пожаловать в лагерь Наварда. Прибыло пополнение. Почему не одеты по форме солдат? Да, это все тот же Fallout 2. Так, что нам бармен скажет? А, точнее, работник. И новости. Понятно, нет никаких новостей. Ну, удачи тогда. Так, мы едем чисто Ярослав по дороге Журавлев. На север. Я норм, как сам сегодня в ВПР по биологии был. Я нормально. Как, кстати, написал? Вон Артем пишет, сегодня пробные. А как сержанта звали? О, вот этого не помню, точно не скажу. Опять же, я не играл во второй Fallout, равно как и в первый, поэтому я не знаю, как там зовут главных героев. Я знаю пару локаций. Кстати, одна из локаций второго Fallout есть в сериале, но о ней я ничего говорить не буду. С ней, кстати, связан один из самых больших ляпов сериала. Ну, то есть одна из самых больших несостыковок сериала с лором Ярослав Журавлев. Fallout. Не у нас не проба, у нас настоящий, думаю, 4. Ну, Артем завтра будет писать настоящий. Судя по всему. А, Наварро, да. А, Дорнана. Ну, это лагерь Наварро, да. Дорнан, спасибо, ребят. Нью-Йорк, сержант Арчи Дорнан. Угу. То есть я как бы его не знаю, но спасибо. Ну, у нас пробку кинули, чтобы не втыкали. Правильно. Это правильно, кстати. Со стороны тех, кто это скинул, это очень правильно. Ну, а пробные напишите, потренируйтесь, потом настоящие напишите. Это нормально. Ярослав Журавлев. Остался ВПР по-русскому в четверг. Ярослав Журавлев. 640 подписчиков. Угу. Это они уже в понедельник столько их было. Ну, после стрима по ЕТС. А нам по бошке в понедельник по-русскому в пром дали. Жестко. Мы такое не одобряем. Насилие над учениками. Только интеллектуальное насилие одобряем. Ну, в том плане, что... Когда вам будут говорить, что больше учите, больше читайте, вы будете думать, что это интеллектуальное насилие, на самом деле это не так. Да, так мы вообще, в принципе, насилие не одобряем, осуждаем максимально. Да именно, они тупо взяли, перенесли, взяли и не предупредили. Кошмар. Я даже гелевые не брал. Я вообще не понимаю прикола с гелевыми ручками. Они ужасно пишут.
Они толсто пишут, и они быстро заканчиваются. Ярослав Журавлев. Непрактичные ручки. У меня бабушка замдиректора школы и вытянула 3/4 единственную по русскому. Неплохо. В смысле я провалил задание? Такое-то задание я провалил. Лиса, ты? Не часто увидишь в чужих краях знакомое лицо. Стас, согласен, они еще размазываются. Спасибо, ничего. Ты возмужал со времени нашей последней встречи. Если бы я сразу знала, кто ты такой, это сберегло бы мне кучу времени. Впрочем, все складывается не так уж плохо. Что ты делаешь? Стой! Это мое! Воровка, я до тебя доберусь. Она украла диск. Без него я ничего не смогу выяснить у Оракула. Как она могла у него диск украть? Телепатически, что ли? Силой мысли или как? Нью-Йорк, Лиса Двачевская? Я Туа закрыл лист, поставил локоть на него и, подняв его, проверить там тупо кашину, свала богу, что не сильно такая уж и сильная. Реально какая-то гнида, реально похожа на Двачевскую. Я тебя сейчас поймаю, Алису. Я нет, по поведению она больше на Ульяну похожа. Но в любом случае будет тотальный спэнкинг ass, я все сказал. Если что, я ее предупреждал. Вы свидетели, ребята, я ее предупреждал. Ярослав Журавлев. Да я тоже не очень гелевые написал, перевернул лист, начал проверять, а там каляка, а маляка, каляка, маляка. Есть такое, поэтому я не люблю такие ручки. Отпили ей пятки. А, воу-воу-воу, мы такое не осуждаем, мы такое не одобряем. Я ей лучше эти шаровые тяги вместе с колесами, вместе с подвеской все отпилю на ее машине, чтобы она никуда поехать не могла. Вот так будет гораздо лучше. Так, а напрямик тут можно проехать? Было бы неплохо. Дайте я сохранюсь. Горячий суп наварили, а великий суп наварили. Суп, 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 а великий суп наварили. Интересная песенка. Мы такое не осуждаем, я тебя услышал. Не-не, мы такое не одобряем. Мы такое максимально осуждаем и максимально не одобряем, вот. Максимальная степень неодобрения со стороны стримлера. И как знал, что надо сохраниться? Как чувствовал прямо? Нитбот. Блин, нифига у них ракеты самонаводящиеся, тоже все такие хочу? Остался. Да не сказал бы, что я прям сильно хочу. Ярослав Журавлев. Хватит вредить природе, не ломай деревья. Это случайно было. Нью-Йорк. Люди живут, осуждаю. Блин, мы такое не одобряем. Видите, автоматический лут не собирается, приходится... А, там три идут эти ячейки, я понял вас. Сейчас. Ну, а сам ты не мог это все сделать? А, ну да, ну там автоматически... А, циклоп выведен из строя, жалько. Ну, короче, за единичку продадим. Я стал настолько уже старым, что не понимаю смысл бегания мелких по второму этажу, где им даже нельзя ходить. Пускай бегают. Это, как тебе сказать, это закон жизни. То есть пока школьники, то есть мелкие школьники бегают по школе, это признак того, что все нормально. Я тут у нас в тир. Мне доверили. Когда детки перестанут по школе бегать, это все. Это признак того, что... А они бегут, меня не видят. Что-то не так с обществом. Ну а ты думаешь, меня когда-то видели? Это нормальная ситуация, в принципе. Вам столкновение фуры с легковой. Да, или такой инспектор приходит. Инспектор Петренко, нарушаем. Как в том старом украинском сериале. Чем я сейчас занимаюсь? Чем ездить по горам, когда есть дороги, ну? Так, ну и что я там сохранился перед столкновением с теми ребятами? Ярослав Журавлев.
Я короче в самом начале учебного года в 5 классе вошел в туалет как Сигма и вышел и вспомнил мемо ООН. У меня воздушка в бок, и они меня такие обвиняют, что не они на меня, а я на них вылетел. Ха-ха-ха-ха. Да, и такие чики-барики в дамке. Не, все-таки можно здесь проехать. Все-таки можно. Нью-Йорк, кофе перед ночью так вкусен. Это просто закон жизни в играх, даже на РП я езжу по горам на спецтехнике, так как если милиция увидит, будет погоня, а мне це не надо. Правильно. Так, работник Си. Да председатель Си этот, Си нефритовый стержень, что ли? А, работа, 36 тысяч, хорошо. Бармен Павло. Я бармен, я могу вам помочь? Да, я ехал за девушкой, она должна была остановиться в этом городе и хотя бы проехать рядом. Дай подумать. Ах, да, она была здесь. Думаю, она уехала через туннель. Туннель? Какой туннель? Ты не можешь показать, где он находится? Ярослав, давай помечу на твоей карте. Короче, на стриме стримера, на которого я подписан, пришли два чубриков и угрожали слить данные ютубера, говорили, не забанят VPN такой. Понятно. Так просто, ни день тебе не надо ни помощи. Молодой человек, не надо учить меня коммерции. Что-то я и не думал даже. Какой добрый человек, смотрите. Так, она в Либриуме. Так, теперь я знаю, где находится туннель. Надеюсь, что не возникнет никаких трудностей с проездом к нему, поездом к нему. Твой поезд, о чем ты вообще? Ярослав Журавлев. Ничего себе, там у тебя голос за кадром. Так, надо заехать в эту заправку. Что это говорить? Есть. Нет, так говорить. Нету кармы. Пославные не верят в карму. Играю в ТФ 2 и тупо в катке читаю, сделал клонов, и как питерские люди смотрят на Супермена. Да. И всем хедшот и бам-бам-бам. Так, отлично, развалили. Инспектор и инспектор. Так, мы сейчас довезем. Лан, я отойду. Окей, Артем, окей. Так, игра в ТФ2, я тупо на вкатке читаю, сделал клонов, и питерские люди смотрят на Супермена, и все хоть что-то бам-бам-бам. Понял Ник тебя. Бот, удиви меня, если сможешь. Да, удиви меня, если сможешь. Так, все-таки нужно на дорогу выехать, а то, блин, по этим горам ездить приятного мало. Ой, блин, я нечаянно сразу две сосенки снес. Я вроде в одну въехал, а снес две. Что за прикол? Так, надо поехать починиться. А, подожди, сначала мы с этими чушпанами развлечемся. Понятно. Угу. Нет, она сюда не влезет. Ну, в принципе, не надо.
Так, ну сначала мы не сохранимся, а подчинимся. Ярослав Журавлев. Жду 750 подписчиков, потом миллионы день 8. Угу. Так, на стриме, до стримера, который подписан, пришли 2 чубрика, если вы узнаете, если данные ютубера или не забанят VPN такой. Понятно. Это странные ребята. Че им, как говорится, не сидится на месте. На попе ровно. Так, мы проезжаем мост, а дальше будем по карте ориентироваться. А, вот и мост, кстати. Так что первый сезон Fallout неплохой, в принципе. То есть первые 4 серии я так, знаете, посматривал. То есть там было такое вступление, и так, поэтому Ярослав, я по чуть его смотрел. В итоге чела одного забанил ютубера, в самом конце все-то третий слил данные и обозвел. Понятно. И... Никбот, лайк плюс подписка равно большая писка. А потом вот эти вот последние 4 серии прям как одним глотком, как бах. И все. А, тут 2x2, я понял. Так. Ага. Угу. О, вот эта штука неплохая. Ярослав Журавлев. Лайк плюс подписка равно 100-километровая пиписка. Так. А, нам нужно вот так Никбот, вот ехать. Никбот, правила канала в описании к этому видео. Нам уже не на мост, а под мостом, понимаете, проехать. Это дороги тут странные, эти вот развилки тоже, ну ладно. Так, следующий поворот у нас, то есть этот поворот мы пропускаем, а следующий поворот будет налево. Мы поедем туда, куда нам надо. Поселок Забытое. Ярослав Журавлев. Учись, темный бот, пока я жив, хотя ты еще норм. Да, он у нас такой. Но это не обучаемая модель, но тем не менее. Есть пробитие. Нью-Йорк. Самая стрёмная разраба мода сделали болото с густым туманом, а по квесту логово мутантов именно в болоте. А, понял. Это стрёмная штука. Так, тут получается 3x4. Ярослав Журавлев. Это гранит. Так, что у нас тут? О, вот эту штуку можно будет взять. Ну, мы ее продадим, конечно же. Ага. Ага. Ага, да. Нормуль. Ой, блин, опять дерево. Что ж такое? Насаживали своих деревьев миллион лет назад.
А, блин, это не город, это заправка. Я понял вас. Тут торговать нельзя. Так, теперь нам нужно ехать вот сюда. А, значит, нам туда надо вот так проехать. Так, жестко, жестко, ребята. Ситуация. Так, тут надо сохранить. Я постоянно забываю, а потом игра может вылететь и... Сами понимаете. То есть у этой игры есть три части. Но говорят, что третья часть прям не очень... Но все равно я их в Steam купил. Т3. Так что будем играть. Будем проходить, если все хорошо будет. Ох. Да, ну, как раз здесь нужно проехать, потом, я так понимаю, на тот мост фигачить. Точнее, на тот город. О, там мы как раз и лут сбагрим, ребят. О, это кто-то по мне так. Так, берем нож, подставляем к голове и пробиваем мозг. Не, Амара, совсем не почувствую боли и безболезненно покинут этот. Ужас. Какие ужасы. Мы такое не одобряем. Какие ужасные слова. Угу. У меня уже колеса восьмеркой пошли. Это метод готовки омаров. Омаров. Но тем не менее, не одобряем. Нью-Йорк. Лёш, так омаров для готовки убивают, чтобы они не мучились. Ужас. Мы такое не одобряем. Лёша, где Амбериел? Зачем омаров бедных убивать? Зачем их есть вообще? Будьте вегетарианцами. Чё вам все хочется? Чё-то кого-то съесть, я не понимаю. Это кошмар, ребят. Киньте, как они мучаются. Наверное. Да будем веганами, чтобы скушать всю траву, чтобы она больше не втыкала. Да. Ахахахахахаха, за-за-за. Это как в том приколе, да? Что... обычные люди едят животных, а вегетарианцы их объедают. Животных. Я его не вижу, блин. Надо подъехать поближе. Я думал, своим ракетометом меня развалить? Ну ты, конечно, фантазер. Ты меня называла.
Никбот, ссылка на новый обзор от Линичанина. Там починиться, наконец-то весь хабар продать. И можно ехать за той подругой, которая у нас диск украла, скотина, падла. Просто замечательная девушка. А туда нам надо ехать. Леша, стати, как относишься к маленькому на вид безобидному цветочку по имени Флауэ? Сейчас, подождите. Ньюэр, никому нельзя доверять, особенно женщинам. Неплохо, кстати. Он же тебя встречает, вначале помогает. Так, да, неплохой цветочек. Наверное. Так, ага. Мы еще скорость перезарядки увеличим. Так будет. Все, отлично. Женщины алачные, совершившие грех против всего человечества. Да ладно. Че вы так сразу обобщаете, ребята? Куда? Кто-то по мне стреляет? А, это вы по мне стреляете. Чушпаны. Ханоиды, блин. Ой, чуханой-то вообще упал. Блин, этот не упал. Все, сосируй. Блин, ну столько металлолома, сколько я получил, явно не хватит. Этого металлолома не хватит, чтобы машину нам... Не, Шурик, вроде как... Ну, мы немножко по сюжету продвинулись, но так, не слишком далеко. Так что очень много ты не пропустил. Блин, мы больше на ремонт потратим, чем мы заработаем здесь. После Ник атаки бот, этих чушпанов. Удиви меня, если сможешь. А, нет, все-таки чутка заработали, ладно. Опять нападают? Ну, смотрите, я только выезжаю из города, как всякие кончи нападают. Большинство признаю только родных и ту милую особу, что с радостью ждет, когда можем пообщаться. Того же жду и я. Так они многие такие. Так что не надо, ребятки. Не надо тут разводить вот это вот. Пожалуйста. То есть вы можете как бы свое мнение высказывать, но это нужно дополнять словами мое мнение, а не как бы непогрешимая истина. Совсем. На канал совсем не уважение, ребят. Если в 2 сантиметра остался. То есть, если ты еще пока не нашел... Нью-Йорк, ладно, уговорил. И если, допустим, сразу говорю, ребят, если кто-то не нашел достойного человека, это не потому, что они все такие, знаешь, плохие, а потому что ты просто не нашел хорошего человека рядом с... Ну, то есть, ты не нашел пока такого человека. Кто ж по мне наяривать постоянно, блин? Только выезжаю из города, начинается, блин. Кто тут? Откуда, самое интересное? Тут даже нормальных маркеров нету. И ребята не могут, они, ну, союзники, скажем так. Нью-Йорк, все мои прошлые, настоящие и будущие слова, сугубо мое мнение, официально заявляю. Да, спасибо, Никит. Запомните, ребята, этот стрим. Нашел, мне с ним хорошо. Вот, все. Так это же не значит, что это единственный человек во всем мире такой, знаешь. Ну, просто для тебя, как Ник бы, бот, этот человек должен быть самым лучшим, если действительно у тебя с ним это вот, все хорошо. Нью-Йорк,
Просто общаться и не задумываться. Ну вот. Я забираю у мелкого 100 рублей, зная, что я их Паже верну. Так же он, когда я пришел домой. Вот кто совершил это грязное, алачное преступление. Понятно. Бедного мелкого поймал, как ты мог? Как же открыть эти громадные ворота? Бармен не так прост, как я думал. Если вернусь, заломят такую цену за ключ. Может быть, стоит придумать другой план? Ну, ты можешь просочиться сквозь эти ворота. Я такой же временный человек, как и она, так и переходим из рук в руки. Ну, кто его знает? Может быть, вы не будете из рук в руки переходить? Ну, вообще, он мне на самом деле должен еще 110 рублей. Жестко. И не возвращает. Ты, главное, его на счетчик не ставь, пожалуйста, он все-таки твой родственник. Раз уж я сюда приехал, тут и буду ждать. Кто-нибудь да появится. Вот это, кстати, хорошая тактика, на самом деле. Надо найти неприметное место, где спрятаться. Вот здесь и спрячусь. Отличное место для засады. Кто-то выезжает из тоннеля. Можно атаковать сразу или... Но он стоит на счет, и теперь он мне должен не 110 рублей, а 111 рублей, ха-ха-ха. Нью-Йорк, будем это круг, который не разорвать, так решил мир. Так, а что он стал, кстати? Так я должен за ним ехать, что ли? Нью-Йорк, со временем станем скучными для друг друга. Если каждый раз что новенькое придумывать, то, я думаю, не будете. Не станете скучными. Жаль, что по ту сторону экрана. А, он решил, короче, это, сагриться. Ну ладно. Прости, что так нехорошо получилось. Не думаю, что много натечет за 3 года в 1 рубль долг. Что поделать, ребята? Он первый начал, вы же сами видели. Мы провалили задание. Ой, блин, я вас прошу. Я надеюсь, это не повлияет на нашу, на концовку игры. Все-таки хочу на хорошую выйти. Я сомневаюсь, что тут больше одной концовки. Не, вполне возможно, кстати, что тут больше одной. Так, мы попадаем в новую область, мы здесь еще не были. О, какая-то башня знакомая, ребят. Никтбот, друзья, не забываем о других соцсетях стримлера. Все ссылки в описании к этому видео. Теперь-то лиса от меня не сбежит. Осталось только узнать у местных жителей, где же она спряталась. Привет. Вам не знакома девушка по имени Лиса? Не подскажете, где ее искать? Кто же не знает Лису? Только вот добраться до нее будет трудновато. Она в подружках у Акселя, нашего командира. И Галта знакомый, слышите? Значит, мне придется поговорить с ним по душам. Насмешил. Да его тебе увидеть нет никаких шансов. Только тот, кто совершит подвиг, может получить награду из его рук. Но тебе это явно не грозит. Это мы еще посмотрим. Может, по нему пострелять, за то, что он такой самоуверенный. Ладно, не буду. Либриум называется. А что хоть не лубрикант? Простите. Че он по мне наяривает? Нормально же общались. А ты крутой парень, как я погляжу. Если нужна будет работенка, отправляйся в Морецию. Там у нас штаб. Я вроде как тебя развалил. Я также думал, играя в Undertale. А особенно, когда не стал тратить время, чтобы поменять вместо палки на игрушечный нож для того, чтобы скинуть всех псовых противников. А потом пришлось чуть-чуть руки замотать, а точнее ресет сделать. А, замарать. Блин, с 6 км ехать, ёкалэ мэне. Разравы просто замечательные люди. Ну ладно. Я обычно всякие расстояния, такие расстояния в Fallout 76 пешком бегаю, потому что у меня дичайший перегруз, поэтому быстрое перемещение мне недоступно.
Поэтому приходится бегать на квесты пешком. Ну, то есть приходится бегать на квесты, а это занимает много времени. Потому что карта не маленькая в 76-м Fallout. О, какой-то городок. СНГ. Вот это мощное название. Так, что нам барменша скажет? Приветствую тебя, путник. Если у меня работа. Так, тут мы собрали кое-какую посылочку в селение Сельза. Доставь ее, как будешь проезжать мимо. Дело несрочное. Как сделаешь, тебе заплатят 12 484. Согласен, конечно же. Как говорится, любая работенка не повредит. Если на этой работенке не будут делать тотальный спенкин S. О, Шармань заиграла. Под стать этой. Но это лучше на технике ехать. А то карта Раши вон те самая большая, и мы с Ильей бежали до ближайшего города, чтобы там взять тачку и ехать на военку, чтобы быстрее добираться до точек. Ну да, да, лучше сильно ехать на технике. Ой, блин, я падаю. О, я лут нашел. Хы. Бежит себе лут, никого не трогает, и тут я такой. О, горючее, не. Давненько мы такой ценный лут не находили. Это хорошо. Вон еще, кстати, лежит. Это глаз наметан. Еще горючка, это хорошо. Так, теперь нам нужно найти въезд в этот город. Как в тебя заехать? Блин, не с этой стороны, что ж ты будешь делать? АЭС, атомная электростанция, понял. Че, и рабочая, кстати, прикиньте. Я отойду опять. Окей. Так, я вам лут продам. War Neutral Faction, то есть нейтральная фракция. Peaceful Atom that brings electricity to every household in the wasteland. А, мирный атом, который электрифицирует каждый дом на пустоши. Это типа того. Так, работодатель Би. Почему ты Би, почему ты не... Ладно. Приветствую, я путник, если у меня работа. Ага, отвезти сервисские данные в Генденбургск. 28957. Хорошо. Дальше, барменша Воля. Я тебя здесь раньше не видела. Я впервые попал в ваши места. Чтобы добраться сюда, мне пришлось пересечь горы. Если ты смог пробиться через туннель, значит, кое-чего стоишь в бою. Или же ты решил стать наемником, приехал по договоренности с вербовщиком. Скорее первое, я мало знаю об этой стране, не хочу вмешиваться в конфликт. О, чудо, боец проезжает через наши земли не для того, чтобы убивать за деньги. Я тут. Живи и дай жить другим, так меня учили. А тебе придется выбрать сторону. Здесь ты или друг, или враг, третьего не дано. В любом случае, должен разобраться в здешней войне, прежде чем выбирать сторону. Послушай, воин, присоединяйся к нашей борьбе против злобных захватчиков. Наше дело правое. Не могу поверить тебе на слово, я же ясно выразился. Сначала мне нужно осмотреться. Знаешь, поезжай-ка ты в Туз, там тебе скажут все, что нужно знать о захватчиках, могут в поисках. И что могу сказать. Я подумаю твоими словами. Так, эстет Кауфман. Так, не желаешь ли заработать? Мне приводили свои навыки. Что за работа? Пару дней назад на мое жилище было совершено разбойное нападение. Воры забрали одну очень ценную для меня вещь. Дело в том, что это очень специфический предмет. Шедевр мирового искусства. Только настоящий ценитель старины может пойти на подобное преступление. А кроме меня самого, я знаю лишь одного такого человека. Нужно проучить того мерзавца. Так, ладно, поехали дальше.
Так, какие тут есть? Так, найти в тузе вербовщика в СНГ. Понятно, тиран. Так, нужно искать союзников. Алый рассвет. Ага. Поехали. А, да. Нет, сейчас завезем... Тоби, ты пес во всех хороших смыслах. В файлах его ником подписана текстурка песеля. Продумал все и вся, а особенно сюжет так, чтобы все имело значение. Неплохо. Да, песель во всех смыслах, кроме верности, да? Я не шуткую. Верность тут на первом месте. Так, сидел, чуть посмотрел мем по Undertale, ему что могу сказать? Твиты, песель, пес, в всех хороших смыслах. Придумал все и вся, особенно сюжет так, чтобы все имело значение. Неплохо, кстати, неплохо. Придумано неплохо. Так, мы едем сначала на фиолетовый маркер, потом на еще один фиолетовый маркер, когда мы его включим. Потом можно будет... О, тихо, баррикада. Трыщ. Да, развал произошел. О, я лут вижу. Так, а. Еще лут я вижу. Он катается. Не решили меня на вот тот ящик поймать, понимаете? Потому что я пытался пройти на пацифиста, и я же прошел как избежал битв с просто врагами, а именно сбегал. Никтбот, удиви меня, если сможешь. А, то есть, чтобы пройти игру на пацифиста, нужно убегать постоянно, да? Я правильно понимаю? Я просто в начале игры я этого не понял немножечко. Я подумал, что ну, тут нужно как в обычной РПГ, то есть со всеми драться. А оказывается, мне сказали, что можно реально пацифиста пройти. Я аж не поверил. С битвы и в конце вышел как то на нейтрала. Понял. Так, на всякий случай тут сохранимся, а то мало ли. У меня почти половину хп сняли. Вот нехорошо, если меня еще сейчас развалят на подъезде к городу. Да там к каждому свой подход есть. Понятно. Я думал, надо от всех убегать. Фрагитам нужен комплимент. Так, подъехали. О, какое-то рабочее оборудование тут появилось. Можно его перепродавать. Так, что нам скажет барменша? Работа. Бандиты потеряли стыд. Хорошо, я их проучу. Так, что дальше? Да, Дельта Рун, которую Тоби делает долго. Тоби, Тоби, звезда, если не продолжишь. Нужно тут проехать. Какой-то Тобик? Пасовачка, что ли?
Что-то какие-то разговоры сегодня у нас про собак интересные. А теперь мне очень нужно, чтобы кто-то из бандитов появился. Капец хард. Обычно просто выключаешь рубильники на пси-установке, за время которое изи сбросить. А тут прям по состоянию мозгов надо на скорости, постоянно мешают мутанты. Жестко. Реально хардовенько, хардовенько. Где? А, вижу. О, я за них неплохо наварю. А в стыкаче? Гоняешь. Ну да, Никита говорил, что он сталкер играет. Арсен, всем халлоу. Здорово, Арсен, как ты? Ой. Нью-Йорк. Нечаянно столкнулся. This... Это было нечаянно, ребята. Видите, тут даже какая-никакая разрушаемость есть. О, там еще три чушпана. Никбот. Моя хотеть с ними пообщаться. С пипиркой в 2 сантиметра остался. Вы, уважаемый, часом уху не ели? А чё по мутантам там с норки? Норки. О, как горючо мы тут нафигачили. Нормально. Никбот, друзья, не забываем о других соцсетях стримлера. Все ссылки в описании к этому видео. Арсен, пойдем, как играется в Батю Кроссоута? Неплохо, на Или самом похуже? Деле. Похуже? То есть сюжет очень интересный, на самом деле. Вот. Механики интересные, то есть возможности для кастомизации для игры 2005 года, прям мое почтение. Так что эту игру сделали неплохо. Я играю в OGSM версию. Тут некоторые восстановлены и поставлены в достаточно тяжких точках. То есть Батя Кроссаута играется очень интересно. Никбот, лайк плюс подписка равно большая, большая писка. Так что Батя Кроссаута чувствует себя прям очень и очень. Даже сейчас в него можно играть. И очень странно, что я эту игрушку пропустил. Упустил из своего виду. Сколько нам сейчас заплатят? Больше 100 тысяч. Да, 108 972 монеты, потому что по 18 тысяч за каждого Арсен, разбойника мы их 6 кстати, разбудим. Кстати, да, один человек рассказывал, как давно играл в нее. Надеюсь, ему тоже понравилось. Потому что игра неплохая, на самом деле. Нью-Йорк. Все, последний бутерброд и уроки писать. Понял. Приятного аппетита, Никита. Интересно, на этом стриме до миллиона денег доберемся или нет? Так, что нам скажет ценитель старины? Так, скажи сразу, ты украл шедевр мирового искусства эстета? Спасибо, уже 6 штук уплетаю. Да, но я очень сожалею, но у меня его нет. Ко мне недавно обратился один жуликоватый тип и предложил выкрасть у меня шедевр. Мы вместе ставили план. Арсен, Лада, я спать, удачи. Доброй ночи, Арсен, спасибо, что заглянул. Мы вместе составили план, как проникнуть к эстету. Я заплатил ему аванс, и больше я не видел этого человека. Я очень-очень сожалею, что связался с преступником. Мне так хотелось заполучить такую красоту. Возможно, тебе удастся найти того, кто обманул нас двоих. Он назвался Жуликом. Да, оригинальное имя.
Я встречался с ним в небольшом каньоне неподалеку. Возможно, он сейчас там. Не сомневайся, я найду его. Если ты солгал, я вернусь за тобой. Так, новостей нет никаких. Я вас понял. Так, недалеко он там должен сидеть. А булки и кефир до Нового года были? А, да, булки, кефир, рок-н-ролл были до Нового года. Если я не ошибаюсь. И вроде как после Нового года тоже. Или нет? Надо глянуть. Ярослав Журавлев. Кто-то отписался, печалька. Грустно. Ну что поделать? Что поделать, ребятки? Такова жизнь. Жулик, ты не хочешь? Шкатулка теперь у меня. Мне кажется, после такого взрыва не осталось ничего. То есть шкатулка в том числе не выцелела. Вот такой слон, подождите. А, это оружие. А, у нас он есть такой, я понял. У нас еще слон с длинным хоботом, видите, написано длинным стволом. План я на стрим по Undertale по-быстрому просмотрю. Давай. Да жаль, что меня сослали до бабушки. Да, Артем, посмотри. Это... 31 декабря там был стрим, там, который называется «Поздравляю всех с Новым годом». Там был не только Undertale, там еще был War Thunder, но ты можешь посмотреть ту часть, которая связана с... То есть, которая посвящена Undertale. Да, глянь обязательно. Так, сначала сделаем вот так. Так, о, ты привез мне шедевр мирового искусства, дай же мне его и забирай свои деньги. Так, держи свою прелесть. Работатель Би. И новости никаких, ладно. Так, поехали к вербовщику. Нам нужно туда ехать. А это на что? Это на запад, да? На запад. Ну, на юго-запад, точнее. Туза нужно ехать, как бы это смешно не звучало. Нью-Йорк. Йома, тут добавили экзоскелет с функцией бега, думаю, купить или нет. Нет ночного зрения, но зачем он, если есть фонарик с дальним режимом? Ну, тем более. Ну, можешь взять, я думаю, нормальный будет. Сексоскелет. Простите, экзоскелет. О, одиноко лежит лут. Я не могу мимо него проехать. Он так одинок. Как я могу тебя оставить, дружок-пирожок? Нью-Йорк. 125 кусков. Чуток не хватает. Понятно. Значит, иди собирай деньги. В таком случае. Ой, откуда?
Если мне эти пираньи ХП сняли, конечно. У меня сняли ХП больше, чем у меня было. То есть больше ХП, чем у них вместе взятых. И в этом как бы проблема. А, вон заправка стоит. Сейчас мы быстренько починимся. Но сохраниться тоже надо будет. Да, продать мы ничего тут не сможем, но... О, Омега, миномет. Он у нас был вроде как не самое подходящее мне оружие. Он мне не очень понравился, поэтому... Опять чушпаны тут. Ой-ой-ой, плохо дело. Так что я скажу один, где ты по пути нейтрала точно идешь, Т. Как не убил Фрагита вначале? Это я понял. Точнее, не добил. О, 11 тысяч, неплохо. А, тут типа как автоматическое оружие. Ну да, наверное, мы возьмем вот это вот. А вот это вот сбагрим сюда и потом продадим. Угу. Значит, вот это вот ужасы вот эти вот мы продаем. То есть оставляем здесь. О, попробуем, как оно будет. Насколько оно будет лучше или хуже рапиры. А еще тупо твоя реакция на только коровку. А это чё за рогалик? Ну да. Мне было просто интересно реально, что это за рогалик. Ну персонажи веселые, я скажу, в этом вашем Undertale. Интересные. Они слишком быстро развалились. Ну да, угу. Ладно. Так, едем в туза. Эх, жаль, что до одной рыбы не дошел, а то там было весело. Ладно. Так, только без сюжетных спойлеров, пожалуйста. И без того, что я пропустил. Пожалуйста, тоже. Жду до прохождения. Угу. Так, мне нужно против более серьезного противника эту штуку заюзать. Я пока не попробую, не распробовал. Так, что он скажет? Барменша, работа, бандиты сыт потеряли, хорошо. Но там считаю, что точно один локацию потерял точно. Понял, ну ладно. Мне главное пройти игру. Чтобы Артём был доволен и все. Да и то она бы тебе не очень понравилась бы. Понятно, ну тогда тем более хорошо, что мы ее пропустили. Откуда? Кто по мне? А, понял. У вас закончилась квота. А чё ж ты по нему промахиваешься? У вас закончилась квота.
Так, придется в город возвращаться, Йокаламане. Нет, что-то мне эта штука не очень нравится. Она не очень точная. Так что, скорее всего, мы ее продадим. О, подожди, там еще лут лежит. Могу мимо лута проехать. О, тут лут. И там лут. У вас закончилась квота. Так, смотри, тупую шутку, но если бы был арабский Питер Паркер, то я ее звали бы осуждаю. Все же YouTube не пропустил. Не, просто квота закончилась. А, я понял. Нью-Йорк, дядя Бен, ладно? Понял, понял, понял прикол. Их прямо издалека я разваливаю. Одного мы взорвали, кстати. Гламурненький грузовичок у него. Нью-Йорк, всего лишь юморески. Террор, разумеется, осуждаем. Да, мы такое не одобряем, ребят. Ярослав Журавлев. Так, Леша, я совсем обалдел, я сердечки еще не отправлял. Благодарю. Да ладно, это такое. Так что эту штуку я тоже продаю, это я оставлю себе. Так, агитатор Шабо. Приветствую тебя, путник. Какие новости? Все в порядке, ладно. Так, вербовщик Хэнк. Ты готов вступить в нашу армию? Расскажите мне, за что идет война? За добро и справедливость пятизлобных позверья захватчиков. Где-то я уже слышал. Пойду поищу ответы в другом месте. Постой, возьми, почитай эту брошюру. Может быть, ты, когда ты узнаешь историю этой страны, твое сердце подскажет, что делать дальше? Хорошо, полистаем досуги. То, что написано в брошюре, действительно ужасно, но я-то здесь при чем? Нам приведется каждый человек, способный дать отпор врагу. Ярослав Журавлев. Готово. Должен сказать, положение очень тяжелое, мы будем благодарны за любую помощь. Признаться, я приехал в ваш край для того, чтобы как следует потолковать с Акселем. Ребята, наши интересы совпадают. Присоединяйся к нашей армии, вместе у нас больше шансов. Тем более, что просто так к нему почти невозможно подобраться. Мы подсылали к нему убийц, но никто из них не преуспел. Почему? Что им помешало? Кроме того, что Аксель всегда передвигается с сильной охраной, между ним и нами находится враждебная страна, наполненная вооруженными до зубами, до зубов головорезами. Да, кроме этого. Никто точно не знает, где находится его убежище. Говорят, что он превратил подземную базу в город Сат, но нам пока не удалось выяснить ее точное расположение. Местоположение, на самом деле. Повторяю, пока не удалось. Так ты с нами? Ты должен подумать. Конечно, же волен ехать в любой момент, в отличие от местных. Не дави на жалость, у меня есть своя голова на плечах. Да, нам нужно разобраться в этой ситуации. Тут, я так понимаю, есть несколько фракций, и нам нужно выбрать, за какую мы пойдем. Так, можно пойти в Туза. Потом вот эту, Алый Рассвет. Где у нас Алый Рассвет? Алый Рассвет у нас в Аржане. В Ержане. Там какой-то одинокий чушпан катается он. Все, уже не катается. Это, наверное, тот любовник того чушпана, которого мы развалили вот там. А, этот нормальный. Это тот самый розовенький, гламурненький. А, и лут, кстати, не пропал. Это хорошо, это хорошо. Ой, я не то нажал. Отлично. Он смешно взрывается, слушайте. Нью-Йорк, ладненько, спасибо за стрим, надо уроки и спать.
Спасибо тебе, Никита, за то, что ты заглянул. Доброй тебе ночи. Удачных тебе уроков. Учись хорошо. Вы все, ребята, учитесь хорошо. Не расстраивайте дядю В. Дядю Алекса В. Нью-Йорк, буду звать тебя дядя Ви. Угу. Я буду не против. Так, все-таки миллион мы надыбали, то есть набрали, ребят, денег. Это хорошо. Идем дальше, наверное, на 1 100 000. Вот бы так с подписчиками было так же. Прям легко и непринужденно. В саду учитесь хорошо, а то Игорь приедет из Припяти и станет гопником у вас во дворе. Ничего себе. Да, вот по этой причине, ребята, учитесь. Учитесь хорошо. Да. Так, нужно сохраниться на всякий пожарный. То я знаю эти ваши игры. А, мы как раз только что сохранялись. Ну ладно. Лучше много раз сохраняться, чем мало раз сохраняться. Вот такая вот философия мудрости жизни от дяди В. О, эту картинку можно будет дядя на следующий Ви, стрим поставить. Не, а если я был бы Виви, то это было бы, да, из Франции. Или из Гачимуч. Как говорится, кто понял шутку, тот понял. Пограничье. Что скажет нам бармен? Работа, бандиты, хорошо, согласен. Вы-вы. Виви. Уиви на мне сыпла В. Спенкин С. Хорошо, первого развалили. Никбот на канал не подписался, без дискретки в компьютере остался. Что-то он развалился по какой-то непонятной мне причине. Чем отличается Венеция от Венеции 1? Венеция более большая 2, более богатая 3, более талантливая в качестве стримеров. Ну да. Есть такое. Слева папич, справа дядя Ви. Есть такое. Так, официант Антонио, что он нам скажет? Какие новости? Зайду в другой раз. Мусорщик Сакс. Эй, водила, не могу ты подбросить кое-какой хлам на деревеньке здесь недалеко? Отдашь ему тебе железка, он тебе хорошо заплатит. Я бы сам мог это сделать, но слишком много работы. Надо успевать собирать трофеи, оставшиеся на полях сражений бандитов. Работенка вроде не пыльная, загружай свой хлам. Я, дайте угадаю, сейчас на нас какие-то чушпаны нападут в огромных количествах. Так, подождите, а чё? Что здесь? А, мы еще этого не нажали. Оппозиционер Хукс. Кто тебе? Мне скажешь, что если я могу найти работу, ответ на свои вопросы. Не исключено, а ты кто такой? Я здесь недавно прибыл с Востока. Мне надо много рассказать о подвигах вашего лидера, Акселя. О, да, это великий человек. Итог Венеция, ничего невозможного. 1 Венеция 10. Лично хотел пожать ему руку. Ничего не выйдет, ты знаешь, есть злые люди, желающие смерти. Так что простому смертному с ним нелегко увидеться. Что же делать? Я всю жизнь мечтал. Я сказал, нелегко, а не невозможно. Аксель лично награждает героя войны. Вступая в наши ряды, соверши подвиг и сможешь пожать ему руку. А кем вы воюете?
Северянами, они нас предали в тяжелый нас час, тебе в наших сердцах не осталось жалости. Аксель ведет нас к эре общего процветания. Только жалкие соседи стоят нас на пути, но недолго им осталось. Теперь непонятно, за какие идеалы сражаетесь. Слушай, где минус? Ай-я. Так, так ты с нами или против нас? Может быть, я найду другой путь. Дело, конечно, твое, только у нас народ просто не любит, когда я разговорами ему рыжит. Понимаю, не вчера родился. А, баррикада внизу. Ну, удачи ей, как говорится. Что там, Ксюша что-то не озвучила? Нехорошая девочка. Что у нас? Кто откуда наярю? А, вижу. Да? Понял. Значит, попробую написать так, чтобы Ксюша озвучила. Там понимаешь, как Ксюша работает. Уже, как говорится... Халтурит все огурчиком ей в АСС. Ты же знаешь, что нужно писать, чтобы Ксюша озвучивала? Как нужно писать? О, там еще ребята. Так, сейчас. Так, а теперь валим. Ой-ой-ой. У вас закончилась квота. Ой-ой-ой-ой. Нет-а. Понял. Успели. Но одно мы вроде как развалили, но тем не менее. О, уже лям 200, ребята. Я хотел лям 100 набрать, а у нас уже лям 200. Итог Винница 10, Венеция минус 10. Так, сейчас подожди. Так, итог Винница 10, Венеция минус 10. А, я понял. Неплохо, неплохо. Победили. Победили. Да, как говорится, как мы эту Венецию? Ох, катается вон, чушпан. Есть пробитие. Не могу понять, зачем они по пустошам катаются с рабочим оборудованием. Это мне не очень понятно. Да, едем в Винницу. Так, нам нужно срочно на заправку. Никбот, удиви меня, если сможешь. Да, удиви меня, если сможешь. По ссылке. Сперва к папичу с вопросами: привет, я обычный рабочий, хотел у тебя спросить. А потом к дяде Ви и к Артуру. Но я так понимаю, он рядом с тобой. Да. Он рядышком. О, Тоскана, это мы, значит, не только по Франции катаемся, но по и... Италии. Не плевуха, не плевуха. Блин, нужно же правой клавишей можно продавать все. Ой, я ничего. Что ж ты будешь делать?
Никита Топчик. Еще раз привет, я тут. Здорово, здорово, Никита. Как твои дела? Как там компьютер? Если же у тебя там проблема с компом, что там он? Мягонько съехал. Никита Топчик, я с него сижу. О, это хорошо, это радует. Это хорошие новости. Так, боевая музыка играет, но я никого не вижу, кстати. А, понятно, слишком поздно. Позднее зажигание Никбот, произошло. Лайк плюс подписка равно большая, большая писка. Никита Топчик. Я вот готовлю старую рубрику моды, скачал, карту делаю. Неплохо. Так, что нам скажет староста? Как быстро по геометрии работа... доказать, что треугольник это треугольник, у него сколько углов? Три, ну и все. Ну, три угла, три стороны, три вершины. Вот тебе это. Признак того, что это треугольник. Правила канала в описании к этому так, видео. Так, вот удивитель, который так ждал, твоя награда незнакомец. Легкие деньги, спасибо. То есть доказать, что треугольник является треугольником, это несложно. А вот доказать, что два треугольника там равны друг другу, вот это уже посложнее. Так, нужно в Морецию, да? Так, подождите, подождите, подождите. А, значит, мы были в Мореции. А, понятно. То есть мы или СНГ, или Морецию. То есть или то, или то. Не знаю, наверное, мы в туза пойдем. Да, наверное, пойдем в туза. По двум сторонам и углу между ними по еще чему-то и чему-то там. Там идет сторона, угол, сторона, потом идет угол, сторона, угол. То есть сторона два прилежащих угла. И три стороны. То есть, если три стороны одного треугольника равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. Все. Вот это было, кстати, несложно, если прятаться. Если прятаться за укрытиями, то, в принципе, даже таких ребят можно разобрать. А сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Гипотенуза. Да, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это база, ребята. Это целый генштаб, ребята. Так, интересно, лям 300 наберем? Поглянем. Нет. Да, и горючее здесь дешево можно продать, поэтому Никита, я лучше поеду Топчик. Туда. Короче, моя плата поддерживает 16 гигабайт оперативки, 2 по 8 четко. Да, вот проблема в том, что у тебя только 2 входа для оперативной памяти на материнке. Ты там скидывал фотографии, я смотрел. Это плохо на самом деле. То есть максимум на твоей материнской плате это 16 гигов. А 16 гигов это не очень много. А по меркам 24 года особенно не очень. Ну, в Стиме, опять же, большинство... То есть, большинство народа как раз 16 гигов оперативной памяти, но это не значит, что мы не должны думать о будущем. И да, тебе нужно хотя бы сначала до 16 докачать оперативку, а там дальше уже посмотрим.
Как специально, то есть так катаются. А, тут лута нету, ладно. А мы только 8 хп потеряли. Это прям вообще шикарно. Так, возвращаемся на дорогу. Никита топчик. А там ее нужно подбирать или можно любую ставить, ну конечно только F3. А, там по чипам нужно смотреть. Там нужно смотреть, будет ли. То есть там может быть совместимость быть, а может не быть. То есть я точно об этом. Старайся найти такую же плашку, как у тебя сейчас стоит. А хотя бы чтобы по чипам памяти, чтобы она была такой же. Потому что иначе оно может не завестись. Ну и опять же смотри в интернете, что пишут по поводу твоей материнской платы. Или по поводу любой материнской платы на таком чипсете, на чипсете H81. Поддерживают ли они там плашки разных производителей, или придется вот... То есть разные чипы, или придется вот делать один. Подсобирать, так сказать. Блин, нам нужно на эту штуку заехать, как мы это можем сделать? Блин, жаль, там нельзя заехать. Или можно? Не, походу, нельзя. Никита топчик. Это проблема, конечно. Угу, есть такое. Есть такое, Никита. Так, мы уже лям 400 набрали, почти лям 500, ребятки. Это хорошо. Может, мы себе тут новый грузовик возьмем, как он называется, Белас, если не ошибаюсь. Было бы неплохо. Я надеюсь, туда и луда можно будет больше ставить. Так, сначала зайдем на пограничье. Никита топчик. Но у меня две разные плашки стоят, одна синяя, другая зеленая. А, подожди, а у тебя две плашки по 4 гигабайта, я правильно понимаю? То есть у тебя сейчас 8 гигов, правильно? Или у тебя 16? Нет, там цвет не важен, Никита, там важно, какие чипы на этой плашке, понимаешь? Какого производителя. И какая совместимость между чипами разных производителей? То есть на это нужно смотреть. Никита топчик. D2 по 4 от 3. Угу. Никтбот. Ссылка на новый обзор от Веничанина. Тогда, Никита, тебе лучше будет купить две плашки по 8. Желательно, чтобы они шли комплектом. Ну, то есть, чтобы были две одинаковые. Это будет тебе самый оптимальный вариант.
И главное, чтобы они были совместимы с твоей материнской платой. То есть обычно, если у тебя реально DDR3 обычный, то и плашки DDR3 должны подойти. Главное, чтобы это была не серверная память. Там есть дешевая серверная память, но она твоей материнской плате не подойдет. Она для Xeon'ов и вот. И не знаю, как на DDR3, но на DDR2 там были плашки под процессоры AMD, которые на процессорах AMD неплохо запускались, а вот на Intel'ах могли не запускаться. Я не знаю, как с этим обстоят дела с DDR3, но тоже этот вопрос неплохо, ну, этим поинтересоваться. Так, сейчас мы здесь сохранимся. Теперь опять заедем. Посмотрим, продается ли тут новая машина, кстати. А, есть, кстати, должно быть. А, нет, новая не продается. У нас тут старый Урал. Жалько, жалько. Ладно, тогда не надо. У нас так Урал есть. Так, наверное, пойдем все-таки за этих ребят. Так, любовщик Хэнк. Вместе мы сокрушим тиранию Акселя. Все тебе, иноземец, будь уверен, твои деяния не будут забыты. Когда приступать к службе? Немедленно отправляйся патрулировать границу. Ни один вражеский разведчик не должен проникнуть на нашу территорию. Приезжай немедленно. То есть, видите, в этой игре даже есть выбор. То есть, ты выбираешь, за кого играть. И, наверное, она как-то повлияет на концовку. Но это не точно. Солдат, враг нападает на деревню, а твоя машина ближе всех к горячей точке. Защити жителей, пока не подтянется подкрепление. Окей. Никбот, удиви меня, если сможешь. Тебе будет драк, ребят. Я ненавижу это бандитское отродье. Слишком сильное чувство ты к ним испытываешь, чувак. То есть, как говорится... Работа и ничего больше. Вот и подмога. Сюда, ребята, задайте им перцу. Ты хорошо поработал. Мерзко. Возвращайся на базу. Тебя ждет награда и новое задание. Окей. Никбот на канал не подписался, с кипиркой в 2 сантиметра остался. Короче, темный бот, слушай, 2 плюс 2, x не 4 будет, а что то. Ты решил мне найтбота сломать, но у тебя ничего не выйдет. Наверное. Но это не точно. Все, оно молчит, ура. Ура. Никбот на канал не подписался, без дискретки в компьютере остался. А, оно живое. It's alive.
Блин. План я все спать, спокойной ночи всем и удачного стрима. Давай, Артем, доброй ночи тебе. Спасибо, что заглянул. Тебе удачи на этом твоем тесте, или как он называется. Ну, короче, ты понял. Лям 500 уже, ребятки. Кстати. Так, вербовщик Хэнк. Люди обязаны тебе жизнью. Ты действительно бесстрашный воин. Прости, что не сразу послали тебе настоящее задание. Нам нужно было испытать тебя, чтобы знать, на что ты способен. Теперь вы это знаете. Я готов на все, чтобы добраться до Акселя. Продолжай в том же духе. Тебе представится такая возможность. А пока твоя защита нужна простым людям. Для поддержания жизни в стороне нам нужно время от времени отправлять груз гуманитарной помощи по городам и деревням. Твоя задача – защищать транспорт. Мне уже приходилось браться за такую работу. Проще простого. Не расслабляйся, а враг приложит все усилия, чтобы оставить нас без самого необходимого. Но и ты будешь не один. Добрый путь. Я справлюсь, не беспокойся. Кстати, Fallout 76, там есть похожее задание. Там, где этот Blue Ridge, компания Blue Ridge Caravan, она по туннелю отправляет караван с припасами из одного конца туннеля в другой. Вот, и там нужно тоже защищать этих коров. Там же эти брамины, эти двухголовые коровы. Нужно их защищать. Ну и других курьеров. От нападения всякой нечисти. Там и рейдеры, и эти, и животные. Так что все там есть. Так сказать. Так, мы едем сопровождать этот караван. Корован. А в Fallout 76 там реально корован, потому что там коровы. Ну, хоть и двухголовые, называются брамины. Ну, кто видел прохождение мной фоллаутов, я видел этих коровок. Так что опять-таки повторяю, что сериал Fallout неплохой. Можете посмотреть, ребят. То есть захватывает очень хорошо. Так что я не думал, что мне так понравится. То есть первые 4 серии они такие были, знаете, еще ни шатка, ни валка, а потом как поперло. О, еще один охранник. Ой, аккуратно, аккуратно, не траньте друг друга. Никбот, друзья, не забываем о других соцсетях стримлера. Все ссылки в описании к этому видео. Так, а далеко мы едем, что ли? А, наверное, на Гинденбургска. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Да, походу, да. Хорошо. Гуманитарная помощь поможет людям в этой деревне. Это радует. Так, теперь нужно обратный путь. О, ой, число хп, смотрите, осудительное. Так, тебе обратный путь нужно отправлять. А, он дальше едет, ладно. Да ладно. Я так понимаю, 12 хп он сам себе снял, да? Что-то где-то протаранил. Ой, случайно. Ой, а 55 хп это я ему снял. Я нечаянно. Хорошо, хоть 55. Я мог бы его ему развалить больше хп, кстати. Машина застряла. Что происходит?
Какой там наш город дальше? А, там заправка есть. Ну, Роторск мы проехали, кстати. А, нет, он таки поворачивает в Роторск. Хорошо. О, не таранило. Нифига, у них тут спаривание происходит. Понятно, значит, надо загрузиться. Я нечаянно того челика протаранил, просто он не хотел съезжать. Приветствую тебя. Оттуда челики наяривают. Смерть бандитам! Реки-бреки в дамке. Так будет с каждым. А главное, что транспорт нам не повредили. Ой, блин. Первое орудие. Блин! В прошлый раз ни одного не было, кстати, на первом этапе. Чуть в глаз не попал. Так, хорошо. Похоже, мы не одни. И как ты до этого как ты до этого додумался, что мы не одни? Подскажи, пожалуйста, дружок-пирожок. Так, значит. Угу. А, я вас понял. А, но мы все равно не можем их нормально переставить. Ладно. А, не, вот так вот. Кусочек, то есть местечко нашлось, это хорошо. Все. Самое интересное, что под транспортник они не фигачат. Радует. Уже три группы бандитов развалили, кстати. А в прошлый раз на первом этапе мы ни одного, ни одну группировку не нашли. Тут все абсолютно рандомно происходит, и это как бы по-своему интересно. То есть чисто случайные встречи, знаете, как в этих ваших фоллаутах, опять-таки, если вспоминать. Так, это уже было. Так, сейчас подожди, челик, я освобожу место для лута и подчинюсь заодно. Уже почти лям 600, кстати. Хорошо.
Поедем. Так, ну что, мистер Оранжевый, поехали. Мистер Оранжевый, это я сказал, конечно. Ну да, он оранжевый. Он оранжевый, и он мистер, все. Так, там какие-то челики едут. Ну ладно, пока не будем с ними разбираться. Так, я надеюсь, что этот розовый мужик не будет нам мешать в этот раз. Так, я проеду. Ой, блин. Фига себе. Влетел, блин. Не, он там так и стоит, слушайте. Ты будешь делать. Да, у них там спаривание происходит. Как говорится, на все деньги. А это его таранить, около мене. Все, наконец-то. Эти люди страдают. Я чувствую, что мои действия помогают им. Так, довезли. Теперь сохраняемся. О, я нечаянно. Я отвлекся.
Так, благодаря тебе мы сможем продержаться еще некоторое время. Уже близится время решительных ответных действий. Мне, конечно, нравится совершать добрые поступки, но не забывайте о главной цели. Наши враги получают поддержку из-за гор. Если нам удастся наконец перекрыть тоннель, то это нанесет значительный ущерб врагу. Почему это до сих пор не было сделано? Ведь тоннель находится на вашей территории. Теперь у нас были более приоритетные задания. Война есть не только оружие. По-моему, у меня стоит моя первая плашка, называется пропис. Чего? Теперь настало время перекрыть эту артерию. Запомни, тоннели хранят элитные солдаты. Какие же они элитные? Я легко победил одного из них в поединке. Так они пополняют свои ряды. Наверное, сказали тебе, какой-то крутой вояка, предложили стать одним из них? Да, так все и было. Не так просто, как можете подумать. Сейчас мы не можем выделить войска для поддержки операции. Будешь действовать один. Не первый, готовьте мне медали. Окей. Сейчас, Никита. Пропист. Что это за название такое странное какое-то? Так, теперь нам нужно отсюда попасть аж сюда. Ой, на роторске там есть этот перекресток, туда можно будет свернуть, посмотреть, что там будет в той развилочке. Никита топчик. Ха-ха, сам в шоке. Какой кошмар. Какое ужасное название. Понимаете, там, допустим, Кингстон, там... Что там еще? Куда у нас еще делают плашки? Там Хьюник, Самсунг, а это, блин, какой-то пропист непонятный. Это странное какое-то название плашки. Что-то китайское, походу. Вот что-то из Китая. О, это как раз этот перекресток, это сюда нужно ехать. Не так понятно, туда можно будет проехать. А может и нет. О, лут лежит одиноко. О, ребятки. О, там еще лут. Чуть в глаз не попал. Тоже бы сказал, зачем я тебе сказал бы за комодом. Приветствую тебя. Умри! А это кто такой? А, спереди, ребятки. И они дикий ужас. Хорошо. Так. Угу. Можно, в принципе, оставить. То есть музыка сыграла, но никого из врагов я не видел. Странно. О, а вон враги. Подождите, ребятки, я сойду, заправлюсь для начала. Починюсь, а потом устрою вам Spanking S. Первое орудие! Пли!
Чуть в глаз не попал. Следующий! Кричит заведующий. Похоже, мы не одни. А? Угу. Ага. Понял вас. Так, отлично. О, а вот эта штука даже еще лучше. О, отлично. О, нет, не то. Да, теперь вроде как все. А, да, еще одну можно. О, идеально. Просто идеально. Мне нужно до ближайшего города доехать. А ближайший город у нас Раздольное. Вот туда едем. О, челики. И снова в бой! Так, я сейчас заеду в город, продам весь лут, то мне же нужно все распродать. А потом я к вам вернусь, ребятки, обещаю. А сейчас я подойду. О! И о, все, лям 600, кстати. Ваня топ. Всем привет! Здорово, Ваня, как ты? Ваня топ. Я топ. Возьмем его. Ваня топ. Как сам? Бабу. Похоже, мы не одни. Чуть в глаз не попал. Чуть в S не попал. А, да, нам же сюда нужно. Там туннель надо. Так, осталось 2 км. А, чисто по дороге ехать, и мы туда доберемся. Это несложно. Чеки-бреки в дамке. Следующий. Че заведующий. Ой, если что, я нечаянно. А, это вражеские. Это вражеские эти баррикады были, значит, нечаянно.
Я очищу эту землю от бандитов. Так, ну это вроде как несложно. Ваня топ. Видел Snapdragon 8 Gen 4? Не, не видел. Не видел, честно говоря, не очень интересно, Ваня. Ой, меня подорвало. Печалька печальная. Понял, тут нужен умный подход, скажем так. Нужно все сделать по уму. Ребятки тут мощные, кстати. Может, пришло время новую машину купить? Только я пока не знаю, где это. Нужно по городам кататься и искать эту самую машинку. Ваня топ. 11 тысяч баллов в Geekbench, если верить первым тестам. Это не просто попугай, на нем можно будет делать все. Это вам не Apple. Я не вижу, я не понимаю просто разницы. И хз. Так что я ничего, Ваня, по этому поводу не могу сказать. Я в это дело не вникал, так что не знаю, что там. И... чисто синтетические тесты, они тоже как бы ни о чем на самом деле. То есть тут самое интересное то, как они используют эту мощность, но производители имеется в виду. Смартфонов на Android. Ну, смартфонов, планшета, вот это вот все фени. Так что вот это вот более главное. Так, давайте пробуем задом заехать, чтобы еще можно было, чтобы легче было убегать. В случае чего. Это мощное оружие у них там есть. Это не сильно нравится. Ему одно хп осталось. Ну ты не издевательство ли? Ваня топ. Нормально. На эти чипы можно Windows 11 установить или дистрибутив Linux поверх Android. А если это архитектура позволит Windows ставить? Уже как бы... архитектура немножечко разная, насколько я понимаю. Есть. Теперь через туннель смогут ездить не только бандиты, а все свободные люди. Вернусь в штаб с докладом. Пусть присылают своих людей обустраивать здесь все по-новому. Ты настоящий герой. И наши лидеры хотят доверить тебе одно ответственное задание. Гельвеция? Хорошее название. Не знаю даже я. Отправляйся прямиком в Гельвецию. Передаю координаты. Отбой. Гельвеция называется локация в Fallout 76, если что. Я так понимаю, это город в Америке. В Вест-Вирджинии, Западной Вирджинии. Ваня топ. Windows 11 уже давно под ARM 64 существует. Понял. Думаешь, Microsoft просто так с Snapdragon сотрудничает? У них там ноутбуки с Snapdragon. Понял. Я этого не знал. Удиви меня, если сможешь. Пожалуйста, мне в личку хотя бы пример хотя бы одного такого ноутбука. Я понимал, что я хоть восполнил немножечко свои знания. Мне же самому интересно стало. Царапина. Сотрудничество Microsoft и Qualcomm. Ну только чтобы это был не прототип, а это чтобы была уже готовая модель, которая на рынке продается. А, мне нужно в Гельвецию ехать, это вот сюда надо. Никита топчик. Хотя с моей видюхой не особо нужно добавлять оперативку. Это, Никита, одно с другим не связано никак.
То есть я тебе открою страшную тайну, но можно компьютер апгрейдить частями. То есть сначала оперативную память, потом видеокарту. О, это что за взрывы такие интересные? Можно наоборот. Да, видеокарту, потом оперативную память. Так что... А, это да, эти чуханы. Ладно, не буду на них агриться, а то мне и так как бы ТП не фул. Взрывается вокруг, я не понимаю. А, я понимаю. Постоянно кто-то по нам стреляет. Никита Топчик. Да я понял, я имею в виду, что в мощные игры не поиграешь. Ты и так мощные игры не поиграешь. Понимаешь? Если ты проапгрейдишь видеокарту, но забудешь про оперативную память, то с 8 гигами оперативной памяти ты не поиграешь в мощные игры. Понимаешь? Так что тут и так, тебе тоже поиграть в мощные игры, тебе нужно все сразу апгрейдить. И твою видеокарту, и оперативной памяти добавлять. То есть нужно все сразу, Никита, апгрейдить. А, и тут этой машины нету новой. Жалко их докупить. Так, секретарша Блэр, какие новости? Никаких. Жулик Инкс. Так, богатый транспорт почти без охраны вселяет на юг. Дело верности меня на откате, а половина добычи идет? Нет. Удачи. Так, сенатор Шварц. Твои успехи в борьбе с нашим общим врагом не остались незамеченными. Своими успешными действиями ты нарушил военные планы бандитов. Вовремя доверить тебе знания, задание, которое сможет переломить ход войны в нашу пользу. Рад стараться. Наши шпионы доложили, что в стане врага надо оставить недовольство тираном. Твоя задача выйти на связь с повстанцами и узнать все, что можно об уязвимых местах обороны противника. Долго готовились к этому, не подведи нас. Я сделаю все как надо, как я найду повстанцев. Встретиться с их связным в баре Тосканы. Пароль «Ночь длинна», отзыв «На рассвет близок». Я запомнил, враг не пройдет. Да, но пасаран, как говорится. Так, ну, я так понимаю, у нас тут идет переломный момент. Поэтому, наверное, мы опять же сейчас, скорее всего, Никита закончим. Топчик, понял тебя. Вот. Так что, Никита, нужно в твоем случае нужно прокачивать все. То, что ты хотел, чтобы ты поиграл в мощные Ваня игры. Топ. Кинул в Дискорд. Да, спасибо, Ваня. Потому что, вот, допустим, в прошлом году вышла такая интересная игра, называется Hogwarts Legacy. Так вот, она не то, что на 8 гигах оперативной памяти, даже на 16 она ужасно играется. Вот. А игра-то новенькая. Понимаешь? Там, конечно, проблема была частично в отсутствии нормальной оптимизации, но то такое. Может, сейчас уже спустя год пофиксили, но... У меня были тогда проблемы со стримингом на 16 гигах оперативной памяти. Поэтому я психанул, докупил еще 32. Ну то такое. Так, сейчас я проверю сохранение. Все, отлично. Ну, короче, и на следующем стриме, ребята, продолжим. То есть, еще есть 10 минут, можно было бы еще там пару заданий выполнить.
Но так у нас тут встреча будет с повстанцами на следующем... То есть будет встреча с повстанцами, я лучше отложу это на следующий стрим. Так, сейчас я гляну. А, это эти... Да, про Surface я слышал, да, но я не знал, что они на Snapdragon. Сейчас я гляну. Сейчас. Так, написано процессор Microsoft SQ3. И это не ноутбук, а планшет, Ваня. То есть я чувствую, что... Я чувствую, что меня сейчас пытаются налюбить. Сейчас я гляну, что это за Microsoft SQ3. Ага. Кастомный процессор Microsoft SQ с архитектурой ARM от компании Qualcomm. Все, я понял тебя. То есть ты имел в виду насчет самой архитектуры ARM. Да, хорошо. Но опять же, Ваня, это не ноутбук, это планшет. А ты вроде как писал ноутбук. Да. Ты написал, что ноутбук. А, да, доброй ночи, Ваня. Все, спасибо, что заглянул. Кстати, Ксюша отвалилась, я не слышу, что мне пишут. Так, я рад, Никита, что у тебя нормально идут стримы, но это до тех пор, пока ты не возьмешься нормальные игры стримить, именно мощные. Вот там у тебя будут проблемы жесткие прям этим делом. Так что, в первую очередь... Ну, я не знаю, в каком порядке, но лучше как можно меньше времени, чтобы было между этими двумя событиями, что ты проапгрейдишь себе оперативную память и видеокарту. Ну, а потом через какое-то время должен быть апгрейд процессора. Вполне возможно, что с апгрейдом всей системы, ну, не система, имеется в виду, материнской платы и процессора. Вот. Так, ладно, ребятки, все, заканчиваем. Спасибо, что были на трансляции. Всем доброй ночи. Даст Бог, увидимся. Всем пока-пока, друзья.